Здравия желаю, братья и сестры, с вами, как всегда, Тенгергейн. И да, я не закончил Battlefield Bad Company 2, потому что я считаю, что это... Ну, если неплохая игра, то, по крайней мере, не стоящего, во всяком случае, моего внимания. Потому что в ней не интересен ни геймплей, ни сюжет, ни графика. Графика — это вообще отдельная тема, там вообще она мульчашная. И, конечно же, наличие клюквы. Да. Поэтому я прошел две части и подумал, на этом все. Да, получается, что Battlefield Bad Company 2 единственная на моем канале игра, которую я не до конца прошел. И поэтому с сегодняшнего дня я решил уже начать проходить Battlefield 3. Да. Давайте продолжим. Я, кстати говоря, немного уже поиграл и поменял управление. Подстроил под себя, так сказать. Мы не знаем, за кого мы играем, за кого я играю, и что вообще тут происходит. Сразу в гуще событий нас кинули. Пока. Теперь у нас ушко, это хорошо. Так, я так понял, мы тут вроде как против каких-то террористов воюем. И вроде как это не русские уже. А то ли ИГИЛ, то ли что-то подобное. Долбим пробел. Тут, кстати, режим... Как его там был? Смена огня, да, есть. Что вообще круто даже. Дед мои что? Что он не договорил как-то? Раньше он говорил, ты просто спрашивал, ты один? На что я обычно отвечал, надеюсь, что нет. Так лучше? Вы кто? Вы из ЦРУ? Доброе утро, сержант Блэкберг. И когда вы расскажете мне, что происходит? 18 часов назад мне позвонили из нацбезопасности. Сказали, что арестовали одного морпеха, с которым мне надо поговорить. Есть угроза теракта в Нью-Йорке, а морпех говорит, что владеет информацией по его предотвращению. Мало того, теракт, по его словам, должен случиться сегодня. И вот мы здесь. У вас потрепанный вид. В смысле, выглядите как полное говно. Кто это? Это он. Это Соломон. И вы до сих пор думаете, что он собирается нанести удар в Нью-Йорк? А вы? Потому что он так сказал. Читал я дело. Он же себя прикрывает, не знает того, что нам нужно. Стойте, послушайте меня. Потом хоть закопайте, мне все равно. Вас хоронить не надо. Вы уже мертвы. Он не знает того, что нам нужно. Это наша работа. Да, я попробую. Сейчас вы объясните нам сценарий атаки. Будете сотрудничать, и, может, даже выберетесь из дерьма, в котором сейчас по уши. Вам надо, сержант Блэкберн, лишь объяснить нестыковки, ясно? Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? 9 месяцев назад. Операция Swordbreaker.
Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Да, здесь катсцены уже намного лучше, чем, блядь, в Саратове Bad Company 2. Здесь катсцены, мало того, что очень даже красивые, даже по меркам сегодняшних игр. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna tell him that. Бродяга 1-3, это бродяга главный, внимание, выход на исходную через 5 минут, прием. Принял. Эй, кто-нибудь вообще в курсе, что мы тут, блядь, делаем, а? Не будь долбанным нытиком, Монтес. Я просто говорю, братан, что если дело в ССО, то нам надо в Иран, не в Ирак. Они переходят границу, друг. Они те еще ребята, да? И цацкаться с ними нельзя. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Ситуация развивается. Высаживай команду как можно быстрее. 1-3, понял. Конец связи. И за каким хером мы тут остановились? Наша цель в 20 километрах к северу. Не знаю, Монтес. Да, пора выбираться. Так, двигаем. Похоже, на вечеринку мы опоздали. Где десантная группа? Вон туда, направо. Спасибо. Так, ребята, какие-то... Когда-нибудь задавался вопросом, какого хрена эта часть шарика постоянно бурлит? Так, давайте-ка поставлю на паузу и обсудим детальнее, что у меня за проблемы. У меня какие-то проблемы, блядь, в этой игре именно с разрешением, блядь. Потому что я уже сел как-то раз один раз записывать, там, 15-20 минут, потом понял то, что, решил проверить запись, а там, блядь, с разрешением вообще какая-то параша выходит. Да, вот, поэтому я вот сейчас проверю, вновь остановлю запись и попробую решить проблему. Так, я вроде все исправил уже. Да, и как вы видите, в этой части намного лучше графика, блядь. Не такая мультяшная, как это было в Bad Company 2. Серьезно, я вот, честно говоря, искренне не понимаю, почему люди так хвалят эту часть. О, самая лучшая часть. В чем она как бы лучше? Более современная. Например... Блэкберн, быстрее! Ну, простите, я бегать не могу. Добро пожаловать, господа. Как вы все уже знаете, мы имеем дело с повстанцами ССО из Ирана. Опасными фанатиками. Я настоятельно рекомендую вам помнить, что не жители этой страны ваши враги, а ССО. В 9.30 мы потеряли контакт с отрядом Гадюка. Они проверяли информацию о бомбе, заложенной в районе рынка Спинза. Так себе райончик. Мы подозреваем причастность ССО. Ваша задача — найти морпехов, оказать поддержку и при необходимости вызвать эвакуацию. Вы наши силы быстрого реагирования, господа, и я доверяю вам. Найдем наших морпехов. Займемся этим. Пошли. Так, ну вроде сейчас уже... Господа, мы отстаем. Проблемы более-менее решены. Давайте найдем этот патруль. Надеюсь... У нас сводка по противнику в этом районе есть? Предположим, самое худшее. Надеюсь, разрешение... Да, уже и более-менее исправные. Начали! Да, и заметьте, тут... солдаты довольно реалистично бегают. Типа их может заносить, если они поворачивают, то... Их может клонить то вправо, то в левый бок. В общем, сплошные улучшения. Определяйте цели. Это что, школа? Точняк, я же все время забываю. У тебя на родине школ-то нет. Держаться вместе. Смотреть по углам. Интересно, это оскорбление было или что? Да, и тут реалистичное поведение пушек еще. Типа, вот смотрите, я верчу, и довольно реалистично. Главный персонаж, типа, двигает пушкой. В инерции, по физике. По инерции. Да, блядь, чё я не могу пройти? Не понял. А чё я простите не могу? Ой, ёб твою мать, да ладно, баг что ли первый? Серьезно, нахуй? А, вот. Здесь большой открытый перекресток. Назад, пропустим. Бред какой-то. Ну да ладно, проехали. Будем считать, что этого не было. Он ушел! Проходим двойками. Блэк, ты и Маткович, берите дверь справа. Двигаемся. Давай, Блэк, сейчас. Да, охуенные декорации. Нехуевая проработка карт. И графика, как я уже выше упоминал.
Все в техническом плане, все тут совершенно, даже лучше. Эй, ты куда это намылился? А ну вернись сюда! Это он кому сказал? Как? Я того гражданского. Ни хрена мне это не нравится. Обстрел! Знайте! Дымовая пошла! Где эта сука? Затаскивай его! Быстро, быстро! Пошли! Снайпер еще там! Террористы слева! Не высовываться! Не цепляйте лето! Да, и как вы видите, тут еще маты добавили, что еще и раз подчеркивает охуенность игры. Во всяком случае, русской версии. Где они? Я их не вижу. Да ёбана в рот. И да, как вы видите, тут еще игра посложнее. Сука, стала, ёб твою мать. Сразу же, сука, убили в первом же бою. Ну, если не считать первого задания. Что я еще хотел сказать? Да, вот. Не договорил же, блядь, никак не дают. Батла третья, как по мне, уже ощущается намного лучше третьего Modern Warfare. По крайней мере, в техническом плане, уж точно. Я не понял, блядь. Я чё, на харде играю, блядь? Почему? Я два раза только попали и все сдох нахуй. Да, игра довольно сложная. Почему-то стала заметным прям. Не знаю. Враги прям очень точно в тебя попадают. Ну или эта граната каким-то макаровым в меня попала, блядь. Стойте. Давайте игровой процесс. Блять, нельзя что ли изменить сложность? Я вроде как средний, сука, ставил. Не знаю, почему так сложно. Выбейте засранца. С удовольствием, ёпта. Все? Неужели? А, он еще бегает, урод. Движение! Пошли, пошли! За мной! Ты в порядке? Отлично! Окей! Я встал. РПГ на 12! Я встал! Второй этаж! Не могу идти к машинам! Свои на подходе, свои на подходе! Всем огонь по зданию! Флаг за мной! Боевики у здания на том конце стоянки! Обходят с фланга! Движение! Вот там, там! Вот пидоры. Ебать, это что было? Блять, я точно не ошибся, я точно не средний стоял. Надо будет в записи проверить. Я заранее меню записал. Если это так, то это хуёвый знак. Еще немного. Снайпер еще там. Прекрати огонь. Скорее всего, потом не стану перепроходить лишний раз. Все, берем. Привет, друг. Чувствуешь? Чувствую что? Так, поднимаемся. Следить за секторами. А чё FPS временами падает? Надеюсь, Чав будет в порядке. Все будет отлично. Он крепкий, сукин сын. Новый толчок? Возможно. Продолжаем движение. Внимательнее. Открывай хули. Дерьмо,
слишком открыто. Иди от укрытия к укрытию. В окнах не сидится. Не тормози. Божественный русский перевод. И говорили не по-русски. Аль-Башир собрал здесь звездный состав террористов из Ирана. Хотелось бы знать. Ладно, давай уже на крышу заберемся. Бродяга 1-3, это бродяга главный. Снайпер все еще там, осторожно. Так, а что там? Наш главарь отстал. Вау, а что так темно? Блять, почему первые баги пошли какие-то нахуй? Ну ёб твою мать, ну ладно тебе, фу ты, блядь. Ну неужели? Чисто, чисто! Поехали! Чёрт, контакт! Где он? Я его не вижу. Чувак, это сраный полтинник. Не высовываться! Точно в отеле! Перебежками по укрытиям, надо его выбить. Готов, пошел. Чё он в мою сторону без конца смотрит? Ну опять. Двигаемся! Иду! Так, сюда. Спускаемся на край. Он башку высунет, тут мы его и шлепнем. Ага. Кстати, в Bad Company 2... Блэк, жди, пока мы на позицию не выйдем. Был очкарик. Лучше не сбиваться. Был очкарик. Да, блядь, дайте мне договорить, сука. Да, был очкарик. Он тоже ходил вот так с пулеметом. Так его видно? Есть. И у него тот же голос был, что и у этого чувака. Смешное совпадение. И еще... Блэк, давай! Нас также было четверо. И, кстати, заметьте, тут когда персонаж ползает, довольно реалистично все это выглядит. Они как в Call of Duty. Пушки и рука просто убираются. Хорошо, снайпер там. Ради экономии. На той стороне улицы. На полпути где-то. Прочно засел, гаденыш. У меня гранатомет есть. Дай его, Блэк. Ради экономии бабок и денег. Ну или просто халтура. Что, скорее всего, является правдой. Лучше тебя никто не сделает. Видел, блеснуло. Размажь его. Давай, братишка! Я тебя прикрою, и ты ему всадишь. Он не высунется. Готовность. 3, 2, 1. На подавление. Die, motherfucker. Это было красиво. Мы крутые? Мы крутые. Давайте найдем этот патруль. 1-3, санитарная команда. Мы тут вашего парня подлатали. Готовы забрать его на базу. Можете нас прикрыть оттуда? Конечно. Какое направление? Прием. Север. Бродяга 1-3 на позиции. Все чисто. Вас понял. Выходим. Прием. Отслеживать противника. Наши парни там как на ладони. По-моему, кстати, это 417-й, который был в Pick of the Line. Такая... Вижу противника, движение на улице. Прикольная снайперская винтовка. Да, блядь, чё в меня-то сразу? На балконах слева! Боевики на крыше чётко перед нами. Иди нахуй, пидорас. Да, скорее всего, я нечаянно на хард поставил, блядь. Такого не было, когда я первый раз пробовал играть. Противник! Отслеживать улицу и крыши! Заранее извиняюсь, то, что я сегодня немного больше обычного матерюсь, потому что день, мягко говоря, не задался. Поэтому я такой довольно на взводе. 1-3. Похоже, все чисто. Мы выходим. Отбили, все чисто. Ну из-за того, что я неудачно перед этим еще и записывал, немного расстроенный. Да ты прикалываешься. Не то слово. Откуда? Да пошел нахуй! Почему в меня именно, блядь? Бродяга 1-3, снова Док Холидей. Спасибо большое, мы прошли. Теперь позаботимся о вашем друге. Конец связи. Закон ебаной подлости, блядь. В играх. Мать его. Они идут к нам. Думаю, они в здании.
Мы можем убраться с этой ебучей крыши? Пожалуйста. Да, назад мы уже не пойдем. Надо найти другой путь. Чувак, ты просто озвучил мои мысли. Это нереально. Это можно использовать как мост. Давай. Как удачно. Сраный бойскаут. Так, они внутри. Давайте быстрее. Пошли, пошли. Да чё вы ссыкуете, блядь? Как будто этого каната не было. Вот, спокойно прошел и все. Я бегом даже прошел. Большая задержка. Продвигаемся к расположению цели. Прием. Мы идем. Надеюсь, они в порядке. Че? Здание когда? А что будет, если победят ССО? Страна под руководством террористов? Отражаются. Стекла. Брат, Америка основана террористами для террористов. Ты думаешь, кто войну за независимость вел? Историю пишут победители. Как ты вообще в морпехи попал? Да я и сам удивляюсь. А вот за такое в современном обществе ему бы... Эту игру вообще сразу бы, мне кажется, заблокировали. Запретили. Потому что неправда, ибо. Черт, контакт! Извиняюсь. Умные, однако, мысли в 2011-м писали. В сценарии. Удивлен, как эту фразу до сих пор не вырезали. Вроде чисто. Это патруль? Это двое из него. Это... Всем быть начеку. Эта фраза, кстати, доказывает, что третья батла не просто тупорылый шутан. А еще и в нем, ну, умеет местами быть умным. А хули они просто стоят, чилят и болтают? Когда в городе военное положение объявлено. Хуйня какая-то. Дерьмо, у нас тут раненые 200. Понял. Бродяга главный, я бродяга 1-3. Нужно эвакуировать раненых. Прием. 1-3, думаю, это возможно. Ждите инструкции, конец связи. Слушай, с этой хренью что-то не так. Ага, я вон что нашел. Это бомба, да? Это очень плохо. А вот тут вторичная! Вторичная, так точно! Блять, ребятки, мы привлекаем слишком много внимания. Ты что, провод не можешь обрезать? Я не буду ничего резать, пока не пойму, куда он идет. Блэкберн, ты пойдешь, иди по проводу. Ну что там, Блэк? Проследи этот долбанный провод. Это я, кстати, не помню, чтобы Ирак... В порядке? Просто еще один гребаный толчок. Волноваться не о чем. Здесь подкрепление 1-4. Давай уже обрежем этот провод. Чтобы Ирак входил в зону сейсмической активности. Ах, проебал, блядь. Куда я? Чё, не такой крутой теперь, да?
входе. Проскока, блок. Блять, они укрытие уничтожают. Да... Как справа, блять? Там были укрытия. Вот же, сука, меня зацепили. Блять, короче, правило номер один в шутерах: никогда не берите пулемет. Потому что, блять, если вас, как говорят, бери пулемет, ни в коем случае не садитесь, блять. Вас расстреляют, блять. Просто в решето превратят. Пошел нахуй. Да пошел ты нахуй, Питер. Где он? Где эта сука? Да пошел ты нахуй со своим пулеметом. Мне нормальное укрытие требуется. Не помешало бы. Да пошел ты нахуй, тварь! На, пидор! Получи! Да иди в жопу. Я заметил, блядь. Да, бля, прикройте. Прикройте, ёб твою мать. Ой, толпоёбы, блядь. Сколько можно, нахуй? Да, ребята, я проверил, короче. И нет, я до среднюю сложность доставил. Среднюю, блядь, почему я помираю? Хуй его знает, блядь. Где баланс игры, ёб твою мать? Где баланс сложности, который был в Bad Company 2? О, бля. Так, это уже хреновый знак. Землетрясение! Пошли, мать вашу, пошли! Ясно. Значит, после землетрясения вы отключились? Да, сэр. Не обязательно обращаться ко мне, сэр. Потому что вы все равно будете меня пытать? Это давно уже не наш метод. Мы вас просто поставим в угол. Класс. Как долго вы были без сознания? Когда я очнулся, солнце зашло, по рации передали... Сколько часов прошло? 6? 8? Это важно. Это поезд? Вы про Хантерс Пойнт? Отвечайте на вопрос, пожалуйста. Я не знаю. Меня трясло тогда жутко, когда вылез наружу. Было темно. Наружу? Вас засыпало? Я кое-что видел. Вы же сказали, что было темно и вас трясло. Слушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Так мы же слушаем, сержант Блэкберн. А вы говорите. Пока. Ну, как скажете. Было темно, вас трясло. После толчка вы что-то видели. Что это было? Да, тут уже как аналогия с Black Ops. Call of Duty Black Ops 1.
когда главного героя допрашивают, а он говорит все, что было с ним до этого момента. С другой стороны, у меня есть идея получше. Я дам тебе выбор. Выбор? Какой выбор? Ну, перестань. В чем дело? Жизнь или смерть? Жизнь или смерть, мистер? Имси! А у этого чувака с акцентом нет никаких проблем. Вижу, как вы помогаете. Выходите на открытое место. Попытка спрятаться будет считаться актом агрессии. Что-то этот уровень очень напомнил мне одну из начальных уровней. Один из начальных уровней этого. Слад с вас. Первого. Когда тоже надо вот так втихую пройти через военных. Попытка спрятаться будет считаться актом агрессии. Вот гадкая крыса, блядь. Не на того напала. Выходите на открытое место. Попытка спрятаться будет считаться актом агрессии. Иди козырака. Я вижу на тебя дурацкая бутылка. Лежи. Shut the fuck up. Погасил ублюдков. Дровяка, что ли, стреляет? Чё рвануло? Так, цайга. Я же поднял. РПК. Нет. Долго перезаряжать, наверное. Хотя давайте попробуем. Почему бы нет? Ну, не особо долго, конечно. Не, лучше вот этот. Побыстрее перезаряжается. Блядь, заметили, что ли? Почему, сука, так сложно, блядь? Я вроде не на харде, блядь, играю. Пошел нахуй. Все?
А? Что это? А, у него даже три режима есть. Давайте попробуем, ладно. АЕК какой-то это. Пошли в жопу. Ты промахнулся. Бля, снайперки не хватает. Да пошел в жопу, урод. Я, кстати, не могу удерживать гранату. Я зажимаю его, ничего не происходит. Это минус, как по мне. Ты не охуел с такого расстояния с дробовика в меня стрелять? Хотя я слышал, что дробовик... Он опаснее даже снайперки. Потому что вообще пули не разлетаются, как это обычно бывает. Да блять, иди нахуй, урод. Что-то это затянулось реально. Нормальных укрытий, потому что, блядь, нету. И хватит орать пиздюк в кадре. За кадром, то есть. Все. Нет, не все. Бля, там еще один светил. А, черт, это херово. Попал, уебок. Все? Ага, конечно, все. Пошли, получи, уродец. Хватит прятаться! Не позорьтесь! Ромас, обнаружи тарбере! Джон, прикрути Ромаса! Сайка хороша. Ах, ёбаный РПГ. Эй, чё? А вот. Бля, чё так темно местами? Стоять, ублюдок, руки! Святые угодники! Блэкбер, рад тебя видеть, брат. Через полчаса тут, бля, будет каждый сам за себя. Надо отсюда валить нахрен. Чё, он как будто не на меня смотрел, а как будто чуть в бок.
Бродяга, это бродяга 1-3. Мне кажется, мы в исходной точке. Город не узнать без этих чертовых зданий. Сделайте то, что должны. Господи, уходят через 5 минут. Кальяны. Вижу дверь. Иди. Все эти передавали, что во всем городе повстанцы. Раз и в Иране переворот. Спонсор переворота наш добрый друг ССО. Смотри. О, наши ребята, да? Ну все, уебки, получите. Граната, мать его. Ах, вы ублюдки. Поправьте, если я ошибаюсь. Фарук, Аль-Башир и ССО захватывают власть в Иране, прямо в день землетрясения. И нам приходится через пару недель отправить 50 тысяч морпехов, чтобы его убрать. Мы развязываем войну в Иране? Это урок истории. Какова была ваша роль в охоте на Аль-Башира? Очень общий вопрос. Могу уточнить. Ваше основное задание. Вначале нам надо было оценить повреждения после авиаударов по северу Тегерана. Оценить повреждения? Зачем это было нужно? Порядок такой. Мы охотились на важную цель, ее должна была поразить авиация. Насколько я понимаю, вы не часто придерживаетесь порядков. О чем вы говорили с лейтенантом Колби Хокинс? Она пилот F-18. Она? Я не знаю ее. Когда вы вошли туда, она принимала участие в воздушной атаке на Аль-Башира. Хокинс, только что подняли уровень тревоги. Планы изменились. Отбываем прямо сейчас. Сегодня с нами работает УАК. Не время для какой-то вялой поддержки земли. Да ладно, мы за бабу играем. ЦНАП ведет нас в путь по десанту. Но отправимся мы на ударное задание в Тегеран. Аэропорт Мехрабад. У разведки есть снимки. Думают, нашли Аль-Башира. Так, а вот сейчас мы наверняка уже... Так что... Точи клыки, Хокинс. Сегодня идем за большой добычей. Будем гонять на истребители. Пожалуй, так и есть. В воздухе уже полно иранцев. Уровень срани 97%. Нави. День в
Фарука Аль-Башира будет непростой. Лады, пора веселиться! Че, они сами не могут, что ли, проверить вот эти вот? Прямо по курсу зеленые огни. Переключаемся на пушку. Так, раскручиваем пушку. Все окей. Проверка ракет. Проверка ракетных систем. Погнали. Поехали. Как стартануло. Да, это охуенно выглядит. Впервые пожалел то, что не поиграл на VR какую-то игру. Такое ощущение, как будто эта игра совсем свежая. Недавно прям вышла. Не знаю, где... Не знаю, сколько я спал. Таким должен был быть Bad Company 2. Мне Battlefield 3 уже нравится, несмотря на свою сложность. И дисбаланс. Уже... Как по мне, уже он должен был... На этом моменте уничтожить просто Call of Duty. Thank you.
Да стреляй уже. Я так понял, пулемет лучше стрелять, когда он прямо по курсу будет. Вражина. Отлично. Да блин, хватит вертиться. Ну что там еще? Давай ловушки. Двое. Бабах! Отлично! Есть попадание! Он рвется слева! Слева! На полную жмет! Он идет слева по дороге! Держи, спускай ракету! Не теряй его, Хокинс! Давай, почти достал! Есть.
бородавочники. Это уже Call of Duty идет. Вот же, блин, близко сзади, ублюдки. Смерть с небес. Красный, что ли? 4-6. Ориентир главный терминал. Цель на другой стороне полосы. А, вижу. Хокинс, не выпускай толпу из прицела. Яблочко, отлично. Ну, скоро там готово будет. А вот. Веду вашу цель. Вот мы ушли. Ну, наконец-то какое-то задание без нервов. Атаки, как поняли? Понял вас, слышу хорошо. На подходе.
блядь, почему они ходят, когда аэропорт бомбят, блин? Что за бред? Они задержаны в полете. 2 секунды. Есть. Люди разбегаются, можете их уничтожать. Ага. Принял. 3 секунды. Двое удирают там. Это Свет-1. Внимание всем по ДНС. Базу зачищают свои. Запрет на атаки наземных сил. Поняли? Понял вас. Слышу хорошо. Выключай камеру. Возвращаемся на корабль. Большой 212. Акулы 4-6 выходят из зоны действий. Понял вас. Ложитесь на курс 0-4-0. Ну, это было реально круто. Нихуевый такой экспириенс. Так, давайте сейчас будет катсцена. Акула 4-6, идите к летаде. Правильный курс через 3 мили. Акула 4-6, вышли на 2 мили. Крюк выпущен. Акула 4-6, крюк есть. Идете хорошо, отдаю управление. Акула 4-6 на глиссаде, курс верный, отдаю управление. Принял управление. Снижаюсь. 20 узлов, метка. 700. Мощность. 500. Отлично идете, зажайте птичку. Да, сейчас касцена теперь будет. И сразу на этом закончу. А пока я с вами попрощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы в комментариях. Также не забывайте делиться с этим видео с друзьями. А еще вы можете подписаться на мои социальные сети в описании к видео. Да, как видите, Battlefield 3, хоть и довольно сложноватая местами и бомбическая, но все равно в техническом плане она уже лучше Bad Company 2. Во всех отношениях переплевывает. Все, всех целую, всех обнимаю, всем до встречи, всем удачи, берегите свое здоровье. И помните, один путь, одна цель. Славная история, но я как-то связи не вижу. Мне вам карту нарисовать? Не было там никогда Аль-Башира, потому-то вы и прибыли. Мы знали, что он был в Тегеране, где-то прятался. Понятно. И до того момента вы не верили, что Аль-Башир связан с Соломоном. Не видели связи. Я знал только то, что видел в Курдистане. Там у Соломон. У меня вопрос. Аль-Башир для них герой нации. Нам надо было оставить его в покое. Это ведь вы сказали? Нет. А кто? Не знаю. И кто командира подстрелил, мы не в курсе. Пошел нахер! Не забывай, что тут происходит. Это не суд. Ты виновен, и я знаю конец твоей блядской истории. Мы здесь не за тем, чтобы его мордовать. Отпусти его. На этот счет у нас есть четкий приказ. Я просто хочу добраться до сути и сделать это чисто. Ладно. Расскажите, как вы нашли бомбу в Тегеране.